Преодолев волнение, участники конкурса показали зрителям свои музыкальные таланты. Родители выходили на сцену поддержать своих талантливых детей, чтобы научиться лучше их понимать и стать для них настоящим другом. Первыми на сцене выступили участники из Десногорска, руководитель отделения фортепиано Анна Новикова с дочерью Екатериной Шишковой. Следующими продемонстрировали свой музыкальный талант струнный дуэт сестер Софии Устюговой и Анастасии Лещиковой. Девочки блестяще исполнили словацкую польку, поддержали духовную волну фестиваля и порадовали зрителей своим выступлением начинающие исполнители – семья Захариных, мама Ксения и сын Али. Свое выступление они посвятили непобедимой стране. Следующий номер стал примером гармонии и взаимной поддержки. Лаконичный и изящный дуэт сестер из большой и дружной семьи Гаврюсевых. Кира и Кристина исполнили арию Иоганна Себастьяна Баха. Не пожалели выходного дня и приехали на фестиваль брат и сестра Иван и Янина Войтенко из Верхнеднепровского Драгобужского района. Творческий дуэт гостей сыграл на фортепиано турецкий марш. Далее эстафету выступлений переняли гости из Ельни. Мама Елена, сын Алексей и дочь Дарья. Семья из Ельни является образцовым примером сохранения традиций фольклорного искусства. Выступаем уже с этим номером второй раз, и движение поставили новое. Мне нравится выступать, потому что со мной семья моя. С большим удовольствием в конкурсе приняли участие настоящие хранители семейных ценностей – семья Шилиных, сестры Лилия, Татьяна и брат Михаил. Продемонстрировать свой талант приехали и гости из Рославля, постоянные участники этого фестиваля – отец и сын Солошенко. Под гитару они спели известную песню из кинофильма «Бумбараш» «Ходят кони». Образцовым примером любви и дружбы всех членов семьи стало выступление квинтета Прокопьевых. Последним музыкальным подарком фестиваля было трио из Печерска «Семья Стрихниных». Плясовой песни «По сеням да по синюшкам» они зарядили всех присутствующих положительными эмоциями. Чувствовалась отдача от зала. Знаете, когда мурашки по коже. У меня есть примета, да. Когда вот зал, вот, ну, коснулся это зала, мурашки бегут. Вот на самом деле. После того, как все команды-участники продемонстрировали свои таланты, жюри во главе с председателем, директором Десногорской детской музыкальной школы Ирины Прудниковой, вынесло свой вердикт. И лучшими, по мнению многоуважаемого жюри, стали отец и сын Солошенко из Рославля. Когда я пою эту песню, я проживаю историю, что кони сначала ходили, они хотели пить, а воды не было. И один конь спрыгнул и утонул. В конкурсе «Музыкальная семья 2019» Солошенко заслуженно заняли первое место. И после того, как все участники фестиваля получили дипломы и заслуженные награды, общее фото на память завершило этот волшебный музыкальный праздник. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.